Всем огромный-огромный привет! Сегодня хочу вам показать свой заказ Avon по первому каталогу. Каталог вы видите на экране. Это был первый заказ, он был совсем маленький, в первые дни января. И, естественно, будет уже второй, более, наверное, объемный. Первое, что покажу, это вот такой набор «Моменты блаженства». Это набор кремов для рук от Планета Спа серии. Три кремика было представлено в распродаже. Я уже готовлюсь к 8 марта, закупаю подарки девочкам. Этот набор срок годности я посмотрела до октября 2020 года, так что все отлично. Единственное, что мне не совсем понравилось, видите, вот здесь надорвано, да? Но здесь можно цветочек, либо просто так подарить. Я, кстати, сама не сразу заметила. Если какой-то близкой подруге, то, я думаю, она не обидится. Тут важен сам подарок. Конечно, я не могла не заказать новинки. Это у нас гель для интимной гигиены с ромашкой, который все ругали, что он очень жидкий. И вот Avon. Ну, вот судя по тому, что, как я вижу, вот здесь вот переливается, вам, наверное, не видно, сделал его гуще, то есть они изменили формулу, и, естественно, с сегодняшнего дня этот у нас гель пойдет у меня в использовании, и в новинках второго каталога, как всегда, в отзывах я уже расскажу вам, насколько эффективны новые формулы и насколько это все изменилось. Следующая новинка, также заказанная мной из Фокуса, это уже мужской гель для душа, вернее, два в одном, шампунь, гель для душа, заряд бодрости. Довольно-таки приятный аромат. Ну и, конечно, более подробно в новинках второго каталога. Я, наверное, вас немножко подвинула, да, у меня тут такая конструкция, в детской комнате мольберты стоят еще вокруг меня. Конечно, я воспользовалась супер предложением для представителей. Когда скидки были на маске, даже на обложке каталога, девушки с масками на лице, и заказала повторно маску от New Clinical, защита и восстановление, антиоксидантная. У меня буквально в прошлых пустышках уже фигурировала такая, она у меня закончилась. Мне понравилось ее действие, но мне казалась завышенная цена. Но в этом каталоге и сама по себе скидка на нее хорошая, плюс для меня, как для представителей, 50% скидки. Конечно, я ее заказала. И еще я закажу, потому что, уже повторюсь, будет еще один заказ. Обязательно повторю. Затем вот такие бюджетные масочки я заказала. Они всегда в каталоге стоят очень бюджетно, но они рабочие. Единственное, я сама не пробовала только сияние лепестки розы. А зеленую оливу и алоэ хлопок мне очень нравятся по действию. Их можно быстренько, они как экспресс-средство, нанести, пока вы принимаете душ, и они действительно работают. Не перегружают личико, ухаживают за кожей. В общем, девочки, я всем советую, особенно сейчас, громадные скидки. Также я не пробовала из серии Кляскин маску для глубокого очищения против черных точек. Я постоянно борюсь с этими черными точками, поэтому эту маску обязательно попробую. Вот черная маска из этой серии меня не впечатлила, и даже по скидке я ее заказывать не стала. А эту попробую, вдруг она будет работать лучше. Две самые мои любимые масочки из Планеты Спа серии. Это тонизирующая гармония с охлаждающим эффектом и восстанавливающая маска «Сокровище пустыни». Мне нравится здесь аромат и действие кожи после этой маски. Такая, знаете, увлажненная, напитанная и как бы бархатная. И во время, когда вы делаете маску, ну, очень приятный аромат вообще. Ну, действительно, спа-процедура. Естественно, я заказала свою любимую маску серии New. Это тканевая маска, единственная в этой серии, заменяющие 5 применений, по-моему, сыворотки «Максимальная молодость». Сыворотка у меня тоже была недавно, в пустышке отправлена. И такие маски периодически я использую, советую их всем использовать, знаете, перед каким-то важным событием с утра. Не поленитесь, сделайте, кожа вам скажет спасибо, а люди вам скажут много-много комплиментов. Действительно хороший уход. И, конечно же, девочки, я заказала новинки. Так как они не были представлены в фокусе, я постараюсь прям вот завтра, послезавтра и послепослезавтра все три попробовать и сразу сделать вам тест-драйв, видеоотчет. И если они мне понравятся и по действию, и лекала у них будет шикарная, то со своим следующим заказом я уже закажу гораздо большее количество. Поэтому обязательно вам покажу тест-драйв и все, что
все свои впечатления, которые они на меня окажут. А вот крем для рук из серии Kia был вообще бюджетный, 49 рублей в каталоге. У меня одна девочка постоянно его заказывает, и вроде как у нее в запасах пару есть, но когда она узнала, что стоит 49 рублей, говорит, мне хотя бы один еще закажи. И уже в такие комплименты, подарки-комплименты я начинаю собирать. Вот на День влюбленных приятно даже подруге вручить вот в таком оформлении кремушек. Это крем заботы с глицерином для сухой и нормальной кожи. Он многими любим, поэтому вот так презентовать просто в знак любви и дружбы, я считаю, что это очень-очень даже хорошо. Также из новинок забыла вам показать. Это Супер Шок. У нас какая-то обновленная будет версия туши Супер Шок. Ее многие любят. Но я, конечно, ее попробую в течение там недельки и вам тоже расскажу в новинках. Наверное, уже в новинках второго каталога. У меня будет и новинки первого каталога, вот ближайшие. А новинки второго каталога в первый день действия каталога, как всегда, по традиции, я выложу видео. Ну, в общем, сами мне тут в руки прыгнули. Заказала я все 4 оттенка новых в серии «Взрыв цвета» губных помад. И, конечно, покажу вам свотчи на них также в новинках второго каталога. Поэтому, девочки, не пропустите видео. Также заказала пробнички мужских новинок. Реал, по-моему, Эван Реал. В общем, мужские водички попробую, потестирую сама и попрошу завтра Стаса на работу нанести хотя бы по стойкости, да, узнать, как они, вам рассказать тоже в новинках первого каталога, наверное, весь парфюм. И, кстати, там не только мужской аромат, там еще женский Incandescence Lotus. Я его, кстати, сразу, я не выдержала, у меня вот он открытенький один, открыла и немножко так предвосхищу события. Где тут надпись-то? Вот. Оп, да, вот так вот он называется. Девочки, я пока как бы под впечатлением. Мне нравится. Водичка нежная, обволакивающая, женственная. И как бы я уже задумываюсь, что мне, наверное, такая вода нужна. Вот. Для представителей, опять же, повторюсь, очень выгодно быть самому представителем, потому что много-много предложений в интернете. И вот такой карандашик Silver Lystre, наверное. Кстати, сделанный в ноябре 2017 года, то есть до ноября 2020 у него срок годности. Я, конечно, заказала. Я не помню, мне кажется, в районе 50 рублей стоимость была. Вот. Я прошу прощения за качество своего маникюра и вот эту вот всю зелень, это не зеленка, это у меня был такой лак неудачный, который я смываю второй день, не могу смыть зелень. Вообще здесь было все, вот как на этом пальце. В общем, не обращайте внимания, девочки, смотрите на заказ. Вот такой вот. Вот так можно потолще его нарисовать. Вот. Красивый, да? Вот очень носибельный оттенок. Многие, я знаю, любят вот серебро с такими блесточками. Ну, конечно, я заказала. Я вообще не ожидала, что он будет на складе и приедет ко мне, но приехал. Ну и самое приятное, конечно, у меня были набраны баллы для подарков. И в этом заказе я заказала всего лишь 2 подарка. Это из серии СПА. Крем-суфле «Непревзойденное питание» с маслом африканского дерева ши. Очень такой сахарный и сладкий аромат. Мне этот аромат нравится. Я не знаю, оставлю ли я его себе, либо я подарю, потому что миллион праздников еще впереди. Но в любом случае приятно получить набор, состоящий, кстати, из 2 средств. И второе средство – это маска для рук и ног. Ну, вот у меня такая сейчас в использовании, объем у нее достаточно большой, 125 миллилитров. Для ног я не использую, хотя, возможно, и буду еще использовать, когда мне подойдут к концу мои крема питательные ночные. А для рук мне очень нравится, я наношу его, не нужно наносить на всю ночь, я наношу его под перчатки специальные хлопковые, буквально минут на 5, тут, по-моему, и в инструкции так написано. На 3-5 минут, да, и остатки удалить средства.
он практически полностью впитывается. Вот после того, как я сегодня терла, вчера и сегодня 2 дня терла вообще руки средством для снятия лака, чтобы избавиться от этой зелени. И, кстати, вот как вы видите, до конца не избавилась. Я обязательно сегодня сделаю такую маску, потому что, естественно, кутикулы и все просто пересыхает. И второй подарок, также за 49 рублей, это уже мой любимый шампунь. Как-то было время, что я только его заказывала. Это максимальный объем из серии Advanced Technics. Объем у него 250 мл. Отличнейший шампунь. И к нему спрей для объема. Вот спрей я ни разу не пробовала. И, скорее всего, я его оставлю себе, попробую. Вот, очень приятно. Я решила начать заказывать подарки с маленьких, а в следующем заказе уже закажу, как их называют, парфюмерные воды. Потому что у меня на них тоже набрано количество баллов. Конечно, мне пришел каталог номер 1 уже давно. И буквально я постараюсь прямо сегодня сейчас уложить ребенка и заснять отзыв и на каталог, и на фокус. Потому что дальше у нас, еще раз повторюсь, праздники. И аутлет тут интересный достаточно. И я сегодня под впечатлением каталога номер 3, девочки. Он шикарный. Тут и водички, все на свете. Я, в общем, тут везде уже подписано, и у нас открывается новая линейка Инканта, девочки. Конечно, я по фокусу буду все заказывать, все тестировать и вам рассказывать. Вот. Также, как во всех новинках. Вот. Большое вам спасибо всем за внимание, за то, что вы меня посмотрели. Захотите зарегистрироваться, пишите. Я обязательно вас зарегистрирую, все расскажу и покажу. И я думаю, что уже сегодня ночью я публикую обзор на первый каталог. Кто любит смотреть обзоры, приглашаю к просмотру. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.